А в этот спорт я попал совершенно случайно. Уже больше 20 лет я в этом спорте. Ребята, сидите меньше за компьютерами, больше занимайтесь спортом, получайте от этого удовольствие, наслаждайтесь, вот в частности, спортивным ориентированием, если вы занимаетесь, единение с природой, движение в лесу, свежий воздух. Ну что может быть лучше? Занимайтесь спортом, не ориентированием, любым другим, просто занимайтесь.